Молодежный форум «Межкультурный диалог» открылся сегодня в Нижнем Новгороде. В нем участвует около 200 нижегородских и иностранных студентов. В первую очередь, это объединяет ребят с города. Они знакомятся между собой. В первую очередь, это школьники. Они понимают, на какой уровень выходят, знакомятся друг с другом, соревнуются, возможно, даже. Также знакомят студентов. К нам приезжают ребята с ЮПФО, с Саратова, с Иваново. Они также прокачивают здесь свои навыки. Ребята знакомятся здесь с представителями органов государственной власти, понимают, какая работа их, возможно, ожидает в будущем. Ребята при участии в данном форуме могут блеснуть своими знаниями в области истории, политики, международных отношений. Ребята будут разбирать повестку модели ООН, брать важные какие-либо вопросы. Например, один из вопросов сегодня – развитие африканского континента. Глава города Юрий Владимирович Шалабаев в этом году увеличил финансирование на данный конкурс. Мы его разделили на два этапа – в апреле и в октябре. Поэтому все могут стать участниками. Мероприятие посвящено развитию и формированию отношения молодежи, молодого поколения к международным процессам, которые проходят в мире. Потому что в настоящее время развитие международных связей, формирование специалистов-международников – это очень актуальная тема.